Всем привет! Сегодня будем тратить в очередной раз золото в крипте. Итак, у нас 700 тысяч, даже больше, почти 800. И вот что самое главное, это с чего мы начнем. Со статуи Рейдена. Мы выбили амулет, я так понимаю, земного царства, или как он там называется, из башни времени. И вот оно, мы восстановили статую. И мы получим расколотый посох Бога Грома. И это очень важная штука. По поводу душ. Вы мне написали, что, мол, некрос, не трать особо души, они тебе пригодятся. Якобы будет там то ли сундук какой-то, прям жесткий. Так, тут, по-моему, сундучок. Да, и еще мне вот такую штуку подсказали. Махать молотом, как только наденешь повязку. Да, да, да. Так, слушайте, получилось. Мне нравится. Бурильщики мышц. Какие-то осы крутые. Да. Так, по поводу сундуков. Это мы били уже. Звук прикольный, поэтому еще раз ударим. Понятное дело, что можно разбивать сундуки, но, пожалуй, мы этого делать не будем. Ой, сундуки. Какие сундуки? Эти, кувшины. Так, пошли облики на фрост. Поехали. Теперь мы пойдем... Ну, во-первых, мы будем по пути открывать сундуки. Это понятно. Во-вторых, у нас есть возможность... А, давайте. Сердца потратим. И распиливание, бруталити. Слушайте, это, скорее всего, про турнирную вариацию. Коталь. Распиливание. Распиливание — это прием, который есть вроде как в турнирной вариации. Это вариации с тотемом. Не с тотемами, а с тотемом. Там тотем кровавый, который лечит. Увы, но тотем с уроном, он не входит в турнирную вариацию. Увы. Только не турнирные. Так, у нас ведь еще из-за Мерси выпало сердце, по-моему, сущности. Или как ее там называют. И мы ее сейчас... Мы вот эту штуку сейчас вставим в дверь. И сможем открыть ее. Так, во-первых, да, не забываем про эти... Чтобы сердца, я напоминаю, чтобы сердца фармить более эффективно, нужно даже не фаталки делать, а бруталки. А находится у нас... А дверь-то у нас находится, мы прошли, по-моему, мимо нее. Она находится вот тут. И тут, скорее всего, будут сундуки очень дорогие. 5000 монет. Это, конечно... Я аж подпрыгнул. От неожиданности. Какой-то крутой сундук. Но ключи скелетные... Тут явно не в избытке, поэтому... Тихо. Вот эту штуку нужно открыть. Это... Ух ты! Это что? Сердце Блейза. Ключевой предмет крипты. А я, кажется, знаю, куда его. А я, кажется, знаю. Так, во-первых... давай вот так. Во-вторых, 100 сердец. Не, давай за 250. За 250, скорее всего, будет бруталочка. А вот этот сундук. Если бы я знал, сколько у нас ключей скелетов, скелетных ключей, я бы точно сказал, что делать.
Так, что теперь? Теперь. Сердце Блейза. Нет, еще не все. Мы тут еще не закончили. У нас... Мы сейчас разворачиваемся вот так вот. На 180. И бежим к ловушкам. К ловушечкам. К ловушечкам. Так, тут сколько? 100 сердец. Я думаю, что только за 250 есть смысл открывать. Ловушки у нас вот тут. Вум. Так. Тут тоже 100 сердец. Ну-ка. Сейчас скример будет, да, тут? Ра. Где-то был. Так, где-то тут дверь. Она... Так, сундук. Сундук закрытый. Души. Давай. Где скример? Ничего нет. Дверь. Вот она. Понеслась. Во. Новая локация. Души пока попридержим. Пока что. Раз уж такое дело. Сколько? 20 тысяч? Давай. Ключ и амулет дракона. Все. Я понял. Так. 15 тысяч. Ну, что-то пошли такие прям сундуки не слабенькие. Соня, облик. За 15 тысяч только облик. О! Прическа классная, кстати, у нее. Вот таких обликах. О, они быстрые. Воу! 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 Так, еще сундук. 15. Ну, тут дорогие сундуки. Я эти 700 тысяч быстренько раскидаю сейчас. Они все, что ли, по 15 штук? Люкан. Тут одни эти облики. Этот вот за 15. Тоже, да? Ага. Значит, тут так, скорее всего, задумано. Да что облики одни. С другой... Что? А, это вон оно, а чё? Я думаю, что меня убило. Оу! Не рассчитал маленько. Сколько времени тебе нужно? Уже минус 200 тысяч, обалдеть. Что? Я понял. Тут тоже сейчас что-то будет, да? 100 сердец. Это, знаете, мне напомнило мифологии Саб-Зира. Давай что-нибудь прикольное. Одни облики тут, я понял. Не только, смотри. Всякие другие штуки. Так, ну-ка. Торговля с коллектором. Так. Это нам надо. Зачетные очки хаоса. Так. А вот это нам как раз надо. 250? Да, давай. Штормы молнии, божья ярость, бруталка. Во. Надеюсь, что это бруталка для турнирного стиля. Такс.
Да, желательно сразу. А эти пока попридержим. Ну, на всякий случай я все равно открою, потому что мало ли что выпадет. Но я так понял, что тут одни облики. В основном. Ну, ничего страшного. Облики так облики. Души пока не трогаем. Так, значит, что у нас? Ух ты, слушай, да. У нас амулет дракона, сердце Блейза. То есть мы сейчас отсюда выходим. Мы сейчас отсюда выходим. Тут же ловушки были. Вот они. Вот это мы вот так вот. Раз. И куда, значит, сердце Блейза? Ну, можно мимо коллектора сходить. В принципе. Сердце Блейза, амулет дракона. Давайте к коллектору сбегаем. Он нам что-нибудь, может быть, даст. Если он, конечно, там есть. Может, его там нет. Так, это мне налево сейчас. Налево и прямо. А коллектора нет. Зато есть вот этот чувак. Хорошо, коллектора нет. Может быть, он потом появится, кстати. Тут же в крипте есть свое какое-то время. Так, Блейз и амулет, да? Куда бы нам пойти сначала? По-моему, фонарь ближе. И еще один сундук с сердцами остался нам. Ну, на сегодня, в смысле, да? За сотку как-то не хочется открывать. Вот за 250 можно. Так. Значит, где у нас? По-моему, вот там. По-моему, вот там. Фонари. Так, это я брал сундук? Нет, вот мы его и возьмем, давай. И там, внимание! Опаленная плоть, Цитрион. Неплохо, неплохо. Так, это то, о чем я думаю. Да, это оно. Надо, я так понимаю, опустить фонарик. Во. И поднять, да? И должны открыться вот эти вот ворота. Так я понял. Ай, правильно понимаю. Демонические какие-то статуи. Один из моих любимых. А тут, я так понимаю. Торговля с коллектором. А второй обычный, да? Ну, то тут, я так понимаю, должны быть только облики. Подарок Рейна. Ну, правильно, фиолетовый. Хорошо, с этим мы разобрались. Фаталок, конечно, было сделано много, но я уверен, что ни одной головы в итоге у нас нет. Да? Пробежимся. Оп. Это так, на всякий случай, я думаю, стоит проверить. Но я не думаю, что в рейтинге мы столько фаталок сделали. Да. Так, теперь амулет дракона. Амулет дракона. Это у нас куда? Это на мостик.
Так, я не знаю, сколько этой статуи давать денежек, но мы можем вот, вот это вот открыть. По пути как раз не открыты сундуки. Музычка, фоны. По мелочам. Совсем по мелочам. Грелка. О, ключ скелета. Ну вот нормально. Так, нет, там души, по-моему, у нас. Мимо мостика я вроде как пробежал. О, сундук. Ага. Еще сундук. Вот эта скала, это то, что нам нужно. Noob Saibot. Это арт к фаталити. Вот тут, наверное, тоже будут очень эти сумасшедшие сундуки. Пяти тысяч не хватит, вы что? А, нет, пока нормальный сундук. Не бешеный. Не бешеный сундук. Так. Но это мы пока открыть не можем. Сейчас маленькие сундучки откроем, потом, я так понимаю, в ту дверь пойдем, да? Сердца. О, сердца 15 штук. Нормально. Неигровые персонажи. Шива. А жаль. А жаль. Хотя у нас есть шестирукий предмет для ковки. Шестирукий... Кто? Коллектор. Коллектор. Монета коллектора. Я слышал, что коллектора можно вызывать. Есть у меня почему-то... Оп! Ага. Куайлян, Морозный Арсенал. Подожди, а эти сюрикены же есть у меня, разве нет? Какие-то такие есть. Лучше бы души давали за эти кувшины. Души-то фармить посложнее будет. Не понял. Are you serious? Я вышел прямо отсюда. Это ж начало. Эти сундуки нетронутые. Шаукан Бруталити. О! А вот это, кстати, в тему. Очень даже. Так, вот эти штуки, я так понимаю, они как-то сами по себе вырастают. Ну, такое. Просто вещи. Вот эти вот ребята респаунятся, я заметил. Get over here. Так. Я не понимаю, эти сундуки респавнятся или чего? Или я просто их не открывал? Фаталити. Кто нанимает этих ребят? Еще бруталка. Очки за 500 зеленых. А я знаю эту бруталку. Это классная бруталка. Она очень стильная. Тихо. Что-то упало. Какой-то элемент. Не понимаю, эти сундуки, они реально как будто вырастают заново. Диора облик. А ведь здесь когда-то проходили турниры, помните? Но неужели прям вот, вот на такой маленькой аренке все сражались? Не может быть такого. Тут аренка-то 2 метра на 2 метра. Ладно, 3. Так, чего думаешь? 1000 монет из сундука, который стоит гораздо дороже. Сегодня фрост нам выпадает, я смотрю.
Так что эти башенки-то проходить стоит. Особенно те, которые, знаете, мне кажется, очень выгодно проходить башенки с боссом, потому что там частенько можно 130 тысяч вытаскивать голды. Такой зашел, задание выполнил, которое суточное. Раз, 130 голды вытащил из башенки, молодец. И так вот раз-раз и накопил денежек. Правильно, правильно. Мы ведь еще не ковали ни один предмет. Так-с. О, оно могло меня убить. Обалдеть, сколько сундуков. Да сколько вас тут? Там еще где-то храм должен быть, который закрыт. И я так и не понял. Вот здесь что-то должно быть. Да. Ну, видно, что прям... Что что-то должно быть. Поучительная история. Так... Все, что ли, да? А тут? Ну, я говорю. Леденящее душу видение. Вон тут еще. Так я только что их открывал. Нет? Разве нет? Я же вон отсюда и пришел. Что-то тут не то. Такого быть не может. Такого просто не может быть. Я выходил из этого подземелья и видел эти сундуки. Куда ты упал? Я не мог мимо них пройти. Не мог. Бруталити, прощай, жестокий мир, Эрон Блэк. О, Эрон, это да. Между прочим, по-моему, считается одним из лучших персонажей. Так, вот здесь что-то должно быть. Открывал. Открывал. Так, так, так. А, во. Погоди, что-то я не понял. Не понял сейчас. Вот сейчас не понял. А как туда попасть? А я что, я тут не был, что ли, ни разу? Коллекция, это не то, что нам надо. Далеко не то. Дивора. И что-то еще. Рано я нажал. Костяной храм. Два раза, что ли, костяной храм? Что там? А, слушайте, а я тут никогда не был, кстати. Вы в курсе? Никогда я на второй этаж не поднимался. 10 тысяч мучений. А, это трон Шансунга. Он отсюда смотрел за турниром, прикиньте. Какая крутотища. Монета коллектора. Надо коллектора проведать. Кабал. Может быть, тут будет кто-нибудь? Ну да, естественно. Джейд. Торгуля с коллектором. Корона Аргуса. Во! Я говорю, надо, чтобы коллектор пришел. Может,
Его вызвать можно там монетами какими-нибудь, я не знаю. Так, вот тут что-то должно быть. Но, к сожалению, ничего тут нет. Так, ага, опять сундук новый вырос. И тут тоже. Ну, это, скорее всего, я просто их пропустил. Что-то такое. За 10-то тысяч. Вроде как... Будто бы... С золотом-то мы и разобрались. Души, конечно, хотелось бы подкопить, но я пока не понимаю, на что мы их копим. Вот это мы пока даже не можем открыть. Ну тут сотня, да? Где, где? Ничего, он далеко, вы видели? Вы видели, где он вообще был? А еще говорят, если маску... Ой, маску... повязку успеть снять, то все будет окей. И призрак убежит. Точнее, не убежит, он просто исчезнет. Вот здесь сундуки, видите, мы все пооткрывали. Так, теперь надо искать. А, все, я понял. И тот сундук будет открыт. Все, я понял. Это я понял. Но это еще не все. В лесу где-то должен быть сундук, что ли, если не врут. Какой-то дорогой... Не сундук, а это души. 10 тысяч душ. Где-то должно быть. Этот сундук мы уже открывали. Где-то тут что-то такое должно быть. Прям жесткое-жесткое. Тем не менее, тут еще и сундуки остались. Лесные. Не, это нормально все. О, классный костюм. Во! Вот это что-то прям вообще жесткое. 10 тысяч душ. Обалдеть. С ума сойти. Но у меня треть, по сути. Что-то задумался. Задумалась игра. Так, тут у нас что? 250 сердец, 2 сундучка. Кунлао, мясорез. Поталка. Угу. Ну-ка. Главное, со включенной повязкой особо не бегать. А то души все потратим. Теперь вопрос. А, тут еще тут, да? Сундучище. Здесь мы все пооткрывали. Вот тут сундучочек. Сейчас раз и бруталка за 1700. Да не, да не. Облик на Кейно. Хотя написано Кано. Ну, тут уже такое. А, во-во-во-во-во. Капает огонек сверху. Сделал лыжи? Что это за название такое? Сделал лыжи. Так, это у нас Котталькан. Вон еще один. Очень ностальгическая луна, конечно, вот это. Прямо с ума сойдешь. Так, это у нас собрано все. Все три собирали. Если скелеты собрать, моментально погибаешь. Тут 100 сердец. Так, и вот у нас есть какой-то такой вот храм наверху.
Вот тут. Я сейчас вам его покажу. Я не понимаю, как его открыть. Он постоянно закрыт. А, нет, не покажу. Потому что тут, походу... Это надо, походу, уходить из этого леса и идти в самое начало. Ну, пойдем. По пути еще. О, 10 тысяч. Деморализатор. Ключ скелета. Пойдет. Последнее золото. Фрагменты душ. Это, кстати, нам надо. Но не может быть, что я вот эти сундуки пропускал. Но не может такого быть. Божественная броня. А, это да. Это я понял для чего. Вот. Вот эта дверь. Я не понимать, как ее открывать. Поначалу двери открывались, когда мы все сундуки открывали. В самом начале игры. Но вот эта дверь чего-то как-то и не думает открываться. Вообще не думает. Что там? Я даже не знаю. Просто темное место на карте. И вот никак не поймешь. А, кстати, да. А... Нет, не в этом прикол. Может быть, в этом? Ну да, конечно. Ну, так пугает немножечко. Я еще думал, бить или не бить. Да, вот в чем вопрос. Бить. Если обойти... Не-не-не-не. А, можно разбить, смотри-ка. Они кажутся вообще неразбиваемыми. Но нет, они разбиваются спокойно. Вообще спокойно. Но дверь все-таки закрыта. Как открыть? Я не знаю. Но. О! Да, кстати. Кстати, да. Маска Драмина, наверное, да? Или как? Меня просто поправляли. Да, смотри, у каждой статуи есть такой сундук. Серпы. Реально, смотри, у каждой есть. Таркатанских крестьян. Надгробный камень без имени. Подожди. Вот здесь должны быть. Что там? Книга заклинаний демона. Чемпионский пояс. Это все коллектор. А это вообще обычный сундук или какой? Китана. Ну вот жетоны легкого фаталити это последнее, что нам нужно. Это нам точно не нужно. Мы фаталити делать умеем. Без этих жетонов. Ага, все. Ну и что вы... Вот как вы думаете, этот сундук разве я мог пропустить? Все-таки это странно. Странное дело. Что нам осталось? Амулет. Амулет... Судя по карте, мы были, в общем-то, почти везде, но... Но нет. Но, видимо, нет. Опять же. Опять же. Вот я пришел. Опять сундуки. Смотри. Фаталити, застывший бруталити, танцы на потолке. О! Я знаю эту бруталку. Это шикарная бруталка. Она должна работать в любой вариации. Отлично. Вот такой сундук мне надо. Вот такой сундук нам надо. Да, скорее всего, вот эти сундуки, они... Пере это... Перевыпадают. Ну, еще вот этот давай откроем.
Хотя я не знаю, как я его пропустил. Потому что тут я был. Тут у нас 250 сердец. Но это нам в башне бруталки делать. Правильно? Правильно. Но это уже совсем другая история. Коллектора, к сожалению, пока что нет. Но вот мне кажется, что вот тут что-то не то. Да нет, все то. Ну а раз его нет, золото закончилось. Души мы пока что, наверное, оставим. Да. И мы не знаем, куда нам идти, где еще есть какие-то новые места в крипте. Поэтому на этом пока что все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями и кликайте по аннотациям на ваших экранах, которые вас приведут к другим видео по этой игре. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока.